Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли, и этим уроком я начинаю базовый курс по Ornatrix. Курс будет состоять из нескольких частей, каждая из которых буду разбирать все параметры плагина. Чтобы посмотреть возможности плагина, написать отзыв и задать вопросы, относящиеся к нему, вы можете зайти в официальную группу vk.com/ornatrix-tdmax. В это сообщество мы загружаем уроки, деморилы, работы, в которых использовался Ornatrix и много чего интересного. В первой части курса поговорим о базовых настройках Ornatrix, но перед тем, как приступать к уроку, давайте скачаем дополнительные материалы. Заходим в начале tools.blogspot.com, открываем вкладку Materials for Tools и качаем нужные нам материалы, нажав на ссылку часть 1. В архиве вы найдете стартовую сцену для 3D Max 2013-2016, именно с нее мы будем начинать урок, а также финальные сцены, в которых уже настроены волосы, и HDR-ку, которая нужна для рендера. Итак, вступлением все, открываем базовую сцену и приступаем к уроку. Итак, чтобы создать волосы на данной сфере, выбираем ее и на специальной панели Ornatrix нажимаем первую иконку волосяного шарика с буквами QH. В результате выскочит окошко с пресетами, из которых можно выбрать создание перьев на объекте или создание волос. Furball. Как раз на него и кликаем, чтобы создать волосы на шарике. В итоге поверх нашей сферы будут созданы нужные модификаторы. Первым после сферы идет модификатор OX Guides from Surface, который создает гайды из объекта. Далее идет OX Edit Guides. С помощью данного модификатора можно редактировать гайды. Например, взять расческу и расчесать таким образом. В следующей части мы детальнее разберем все инструменты данного модификатора. После OX Edit Guides идет OX Hair from Guides, который создает волосы из наших гайдов. После идет OX Render Settings, который позволяет настраивать профиль толщины волоска и глобальный радиус. И последний модификатор Vray Ornatrix Mod для рендера волос в Vray. Для того, чтобы посмотреть, что получается на рендере, назначим материал Vray Hair MTL на наши волосы. В данной сцене вы найдете его в списке. В этом материале для большей реалистичности я в слот Diffuse, Diffuse Amount и Transmission загрузил карту OX Hair. Это специальная карта, которая позволяет управлять цветом кончика и основания каждого волоска. В Opacity слот материала я всегда загружаю текстуру Vray Hair InfoText, которая позволяет делать плавное затухание на кончиках, что придает больше реалистичности. Нажимаем Render, чтобы посмотреть, что получится. Как видим, результат вполне приемлемый, а ведь мы ничего толком еще не настраивали. Так, давайте теперь пробежимся по основным параметрам каждого модификатора, кроме OX Edit White и OX Hair from Whites. Их мы разберем в следующей части. Выбираем первый модификатор OX Guides from Surface, а также выключаем все остальные для удобства. Как я уже говорил, данный модификатор создает гайды поверх объекта. И первая настройка, которую мы видим, это Root Distribution, которая отвечает за вариант расположения на поверхности. Uniform, Random, Random Area Based, Random Per Face и Vertex Distribution. Обычно в своих моделях я выбираю Random Array Based, который стоит по умолчанию. Также вы можете задать UV-канал, по которому будут распространяться гайды с помощью параметра UV-Channel. Параметр RootCount отвечает за количество гайдов на поверхности. Также вы можете использовать материал ID, то есть, если у вас несколько материалов на объекте, то вы можете вырастить волосы на каком-то из них с помощью данного параметра, вбив в это поле ID материала. Следующая опция Use Subselection позволяет распределять волосы только на выбранной поверхности. Например, если создать поверх сферы модификатор Edit Poly и выбрать определенные полигоны, то волосы будут расти только на них. Опция Topology Based отвечает за привязку поворота волос к топологии. Это значит то, что если сетка деформируется, поворот волос будет все равно привязан к ней. Следующий параметр позволяет загружать карту дисплейсмента и использовать ее для влияния на распространение волос по поверхности. Там же можно управлять смещением волос с помощью параметра Offset.
Remember Root Position позволяет прикрепить волосы к поверхности во время анимации. Во вкладке Guide Generation с помощью Distribution Map параметра можно задать область распространения волос, загрузив черно-белую текстуру. Следующий параметр Guide Length управляет длиной волос, а Randomness позволяет задавать хаотичность. Последний параметр Number Points задает количество точек в сплайне гайда. Чем больше это количество, тем проще расчесывать и редактировать длинные волосы. Модификатор OX Edit Guides я разберу в следующей части, так как здесь очень много интересных инструментов. Если говорить о нем вкратце, то данный модификатор позволяет делать прическу, расчесывать шерсть и так далее, то есть приводит ваши волосы в порядок. Следующий модификатор OX Hair From Guides тоже разберу во второй части. А теперь давайте разберем параметры следующего модификатора OX Render Settings. Итак, OX Render Settings позволяет управлять профилем волоска и его глобальным радиусом. Здесь по сути ничего сложного. А следующий модификатор Vray Ornatrix Mod включает возможность рендерить волосы в Vray. На этом в сводной части все. В следующем уроке поговорим о модификаторах OX Hair From Guides и Edit Guides. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Если вам понравилось данное видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал с помощью кнопки Subscribe. Также можете перейти в ВК-группу, нажав на значок ВКонтакте. Пишите ваши пожелания, комментарии и вопросы. Если кликните на превью, то сможете посмотреть мой предыдущий урок, в котором рассказываю о рендере меха ежа с помощью Ornatrix плагина, а также V-Ray, Octan и Corona. Если же кликните на другие из иконок, то вы попадете на один из сайтов с моими моделями – Prototypester, 3DD и CGTrader соответственно. На этом урок заканчиваю, следите за новостями в моей группе. Всем мира!